К массовой застройке готовится микрорайон «Ореховая сопка». О намерении возвести там жилые дома уже заявили застройщики несколько лет назад. Там были сданы в эксплуатацию два жилых комплекса «Ореховая сопка» и «Березки». Когда начнутся новые работы, узнаем из следующего сюжета. Развивать микрорайон «Ореховая сопка» будут 4 застройщика. Для строительства жилых домов им предоставлена территория площадью чуть более 1 000 000 квадратных метров. Но сначала строители проведут туда инженерные сети. 3-километровый магистральный водопровод от улицы Воронежской до Совхозной построит МУП «Водоканал». Также в микрорайоне проведут магистральный канализационный коллектор длиной чуть более 2,5 километров. Большинство средств будет выделено по программе из краевого бюджета. Всего из краевого бюджета на водопровод и канализацию планируется привлечь субсидии на сумму ориентировочно 223,8 миллиона рублей. До июня этого года будут разработаны проекты строительства и проведены экспертизы. Прокладывать водопровод и водоотвод начнут в октябре этого года. Окончание строительства запланировано на третий квартал 2021 года.